Затем распаковка телефона Echo 04. Только сейчас пришел. Из Финляндии очень долго ждали его, почти что месяц. Вот, сейчас мы его распакуем, посмотрим, что там внутри. А обзор уже чуть позже сделаем. Ну, запаковали очень хорошо. Так, это у нас полипропилен. Так, это у нас... Тихо. Это у нас кейс. Кейс, да. Вот такой вот кейс. Вот оригинальный. Echo написано. Все дела. Тут сам смартфон. Вытащи его. Покажем. Ну, давай. Руки-крюки. Женские руки-крюки. Не предназначены для этого. Да. Это только мужские. Вот сам смартфон. Вот такой вот смартфон. Выглядит потрясающе, конечно. Иди с ним, я это сделал. Так, вот он сам аппарат. Вот такой вот. Очень большой, массивный. Смотрится шикарно. Конечно, очень тонкий такой. Ну, не сверхтонкий, но неплохо так смотрится. Так, внутри что у нас? Это у нас идет, так, провод USB ETG. Это у нас зарядка идет. Зарядка, все эко, все четко. Так, что еще тут у нас? Этот у нас, так, у нас USB переходник и какая-то типа подставки. И user manual. А, о, еще он. Это у нас типа бонусы какие-то. Стилус такой. И, а, вот еще пленка, кстати. Вот это хорошо. Пленка, это здорово. Вот пленка и инструкция такая вот. Так, все вроде как оригинальное. Такой он массивный. Сенсором до отпечатков пальцев. Ну, попозже сделаем обзор, расскажем про него. И ссылку дадим на самого продавана. Кто это нам все продал. Вот. С вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.